Друзья, на улице сегодня было 30 градусов утром. Многие негодовали, что будет холодно, никто не приедет. Пожалуйста, смотрите. Вот. Народ до сих пор подтягивается. Мариэл? Да. Первый раз приехали, до этого все наших ребят слушали, коллег. Говорит, приезжаем, нравится. Вот тоже решили попробовать. Ну, у вас, Мариэл, сильные люди. Быстро пробежите, метко стреляете. Может быть, то, что в лесу живут люди. Первый раз в город выезжает, поэтому не хотят опозориться. Юрий Геннадьевич ходит, всех контролирует. Так а как же? Контроль, только контроль. Чтобы все получилось, надо контролировать. Понятно. Хотя наша команда уже 10 раз их проводит, поэтому я не переживаю. Какие у нас сегодняшние приоритеты? Хорошая атмосфера, спортивная и офигенное настроение у всех. Это ружье АТАМС, оно будет разыграно среди всех участников. Очередь на регистрацию. Желающих очень много. Все приехали заранее, все ответственные люди. Охотники это не какие-то там... Зеваки и туристы, они все ответственные, все по графику, любят вставать рано. Еще 9 утра нету, а уже большая часть зарегистрировалась. Остальные проходят регистрацию. Морозе все скукоживается. Да. Давай в атаку. Туркмению вырос. Я не могу на лыжах. Давай. Если минус 2 и ниже, синим с фиксом смажут лед. Если ниже 30, подождать и потерпеть. Вас как зовут? Надежда. Надежда сегодня побежит на лыжах и будет стрелять. Что, Юрий Геннадьевич, у нас рекорд? У нас рекорд 119. 119 человек. Кировчане. Целый микроавтобус. У вас сколько человек приехало выступать? 18 человек с области. Вообще красавчики. Всех приветствуем на Антее. Посмотрим сегодня результаты. Мороз, но я думаю, все у всех все получится. 10-й пришел. Ай-яй. Вот это да! Вот это да! Вот это. Быстро как пришел! Все хорошо, хорошо пришел! Молодец! О, красавчик! Серега! Серега! Давай! Молодец! Финишем! С настроем самые боевые, погода радует, солнышко. Конечно, морозец подвел, но ничего, будем стараться завоевывать места. Сколько сегодня градусов? Когда мы уезжали, был минус 33. Молодец, хорошо идешь. Смотрите внимательно, он весь в поту, в слюнях, у него слюни на ушах, в соплях, сопли на подбородке, все, небритый, готовился. Два раза упал? Точнее один. Ну не заткнул стол и ничего? А? Ну с той горки я нормально. Упал? Упал, да, Роман заснял, видишь. Широкие лыжи неудобно, представляю, они разъехались, я прям бум, в снег. Ну не ударился, ничего. Все стволы, короче, надо. Ну ты шампалил их потом, да? Да, да. Ну вот он, настоящий чемпион, на которого вся надежда. Молодец. Да. Ах! Вот это попадание, да? Дай. Дым! Питомник наш приедет! Дай! А! Чисто! 5 из 5, молодец! Стой! Дай! Сегодня не каждый рискнул с собой брать жену и детей. Но есть у нас жены, которые всегда с охотниками. Для поддержки. Не замерзли? Нет. Чем греетесь? Чаем, кофе. Сколько на них километров пройдено? Ой. Ой, никому тут не снилось, наверное. 7 класса я ездил. Тут уже все подпятники сломаны. Ой. Даже медведь бог погрыз. Медведь погрыз, тут волчья кровь. Я тогда капканы ставил. Куницами занимался. Норками, белками. Поэтому барная, но все белки с синяками ходят, да?
рядом. Прохладно. Молодец, смотрите, как пошел. Аккуратно, аккуратно. Смотри как. Сразу видно, профессионалы. Все, финишем. Я вообще не понимаю, знаешь, вот вчера тренировались легче было. Не первый, когда у тебя ружьё. Я вообще не понимаю. Обжигает. У нас вообще сейчас минуту две сидел в машине, погревал, прям аж шутило. А по попаданиям как? Так, как вчера вдарил. Поражение. На пулях сейчас отстреляешься. Дай бог, мужики, спасибо. О. Дай. Право. Дай. Право. Дай. О. Четко. Не торопись. Главное отстреляться хорошо. Да. Дай. Витя. Первая. Дай. Одна мишень. Мишень выходит в команде, дай. О. Еще одна. О. Один промах. Дай. Бита. Ром, догоняй быстрее. Давай, 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 давай. Можно? Да. Два патрона. Так, номер. 118. Дай. Дай. Поторопился, поторопился. Дай. Дай. Стоп. Давай пятый. На, на пятый стрельнуть. Дай. Дай. Открыто ружье. Блин, давай, давай, кидай! О! Обходи, обходи, обходи! Вон он! Комсомолец, спортсмен! Сто восемнадцатый. Давай, готов. Нижний ряд. Справа, пятый. Центр. 15 написано. Правее возьми. Так же, но правее. Нет, из нижнего начинает. Ох. Есть попадание, второе. Что такое? Есть попадание? Три попадания. Есть попадание. Ну, уже неплохо. Михаил! Сколько тарелок? Тарелок сколько? Хватит! Одну большую тарелку плова тебе хватит! 118-й. Ну, не сам плохой результат. Бодрячком идет. Так он на лыжах отходил. Он без лыж меньше ходил в этом году, чем на лыжах. Сегодня такой чудесный день, что здесь собрались единомышленники нашего дела охотничьего. Это такое братство охотников, друзей, единомышленников, которые не просто охотятся и убивают зверей. Мы зверей не убиваем. Мы только добываем зверей. Это самый главный принцип.
Мы никогда не стреляем сами. Никогда не стреляем без разрешения маленьких зверей. Но стреляем то, что скажут егеря, охотнадзор и так далее. Поэтому здесь собрались люди, которые соблюдают закон, которые уважают правила и этику охоты. И в этом самое главное. Почему? Потому что природа, она требует восполнения. И мы стараемся восполнить разными способами, не убивая детенышей, не убивая самок. Но в то же время мы, конечно, настолько азартны и настолько увлечены своим делом, что желаем, чтобы вот все, кто с нами солидарны, присоединились к нам. Потому что это такое увлечение, которое сплачивает людей и которое ведет к защите животных. Это самое главное. Ребята, давайте заниматься охотой, заниматься тем, что доставляет нам удовольствие. И самое главное, не пить и не курить в нашей жизни. Ребят, с праздником, с наступающим 23 февраля. Всех, как офицер, всех поздравляю. Действующих на пенсии, будущих курсантов и так далее. Всех поздравляю с праздником. Желаю всего самого доброго и самого мирного неба над головой. Спасибо, ребят. Очень хорошо в тандыре она делается. В тандыре лучше делается? Лучше намного. Ждем результата. Спасибо! Третье место в личном зачете. Да. Милютин Иван. Город Киров. И снова призы от наших спонсоров. Компания «Азот», компания «Пульсар», «Тут.ру». Второе место в личном зачете занял член команды «Наир» Бухолов Максим. Максим, давай! Короче, сегодня где команды, там и победители в личке. Да, этот на пьедестал. Второе место. Да, как там? Ну-ка, сюда ты пошел. А то не оденем. Два серебра. Спасибо. Отраски ягер. Спасибо. Молодец. От «Азота». Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Патрончики «Азот». Первое место. Заслуженный человек долго шел к этой победе, участвовал во многих наших биатлонах, и все-таки удача ему улыбнулась. Сухарев Олег! Орехова Зуева! Второй кубок! Спасибо! На пьедестал! Что у меня тут? Ай, патроны потерял, тихо! Поставь тоже деньги! Да нет, да! Спасибо! Так, идем отсюда. Хрустальный кубок за первое место. Диплом. Спасибо. И призы от компании «Пульсар», «Азот» и «Раска Ягер». Спасибо. Поздравляем от «Раска Ягер». Да, много лет приезжал. И все как-то не получалось. Олег, давай во внутрь кого потеряем. Так, давай. Можно? Давай,
Отметить организатора нашего мероприятия Александра Смородина за большой вклад в развитие охотничьей биатлонной Нижегородской области, который уже много лет помогает организовывать. Это член нашего клуба, член правления. Спасибо, Александр! Ура! Спасибо! Что в следующий раз он занял призовое место. Девушек-участник. Участник. Рзаева Майя. Майя! Пожалуйста, Майя. Вася, Антонова Надежда. Пожалуйста. Майя, молодец! Молодцы! Молодцы! Ружье АТО Пегасус 12.76 полуавтомат в твердом пластике. Готовы? Давайте! Номер участника 108! Снимайте маску, страна должна видеть героев! Спасибо! Поздравляю! Спасибо!